Всем привет! Мы сегодня на фестивале Порта Мокпо. Там поют индейцы. Пришли рано, но здесь уже вовсю подготовка идет полным ходом. Идем проверять на солнышко. Солнца нет, не крутится. Молодец, Макар. Ставь своего космонавта. Ух ты, тоже крутится. О, чемиссоё. Детям дали еще рисовые лепешки. Все это бесплатно. Сразу захотели есть. Давай, Алисана, открывать не будем. Ты ей дай свой, Макар. Вот здесь будет хлеб и зрелище. Я принесла детям еду с собой, потому что не всегда можно их чем-то, ну, нормально покормить. Что-то острое или жареное обычно продают на фестивале. Но при этом здесь вообще кафе, и, ну, как бы кафе такое. И вот из этого меню ничего не едим. Ну, нас угостили все равно, видите, бесплатно и рисом с морской капустой, и оден, это, по-моему, называется, считай. Нет, омук это называется, с бульоном. Вот за что люблю Корею, за то, что все предусмотрено. Вот стоят туалеты, отдельный туалет для людей с ограниченными возможностями, с пандусом. Но этим туалетом можно пользоваться еще и мамочкам. Здесь регистрация. Предусмотрели воду, бесплатно дают водичку тем, кто хочет пить. Там дальше ярмарка. О, жареные креветки, это так вкусно. Креветки в кляре. Ой, как у них не улетают сосиски, тут такой ветер. Макар вот мороженое хочет. Здесь турецкая шаурма и мороженое. Вместе кушайте. А, ветер какой. Самсон, 이제 모르는.
Что ты выиграл, Макар? Какая-то лотерея, надо заполнить. Мочалку? Кораблики. Здесь также будет фестиваль еды, пива. Вот здесь уже столики готовы с плитками, будут жарить мясо. Запах морепродуктов. Что-то приготовлено уже. Угли греют. Подарок дадут. Это нормативы, я так поняла. Капрал Морпехи. Или кто, в общем, не знаю, как перевести челлендж. Все, все разбежались. А здесь, смотрите, оборудование для дайвинга. Все такое крутое. Угостили детей здесь конфетами. Сегодня мы в такой импровизированной детской комнате. Это вообще отделение полиции. Они одну комнату выделили для мамы и ребенка. Ну, кроме нас здесь никого нет. Так что вот Алиса спит прямо на столе. Хорошо, что мы взяли вот эту подстилку. Макар будет ее сторожить, а я пойду что-нибудь возьму нам пожевать. Здесь так красиво сделали. И за шторкой, кстати, там руки можно помыть. А я вон туда пойду сбегаю за вафлями. Нам на улице еще подарили вот влажные салфетки. И вот такой вот наборчик здесь. Салфетка со спиртом, видимо. Алкоголь написано. Палочки и пластыри. Вот всегда такие нужные подарки делают, бесплатно раздают. Это реклама. Помаши тете рукой, помаши. Помаши тете. Да, шарик дали. А это вообще уже непонятно почему.
Смотрите, как классно сделали. Такой большой мангал. На решетке уже готовая рыбка, морепродукты. Садишься и жаришь. Очень классно. И все так на фоне моря. Вот так оформили здесь причал. Красиво очень. Если бы не ветер сегодняшний, который все портит. Алиса, красиво? И вот Макар. Почему лицо несчастное такое?